Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем о нюансах содержания собаки породы Whippet. Малая английская борзая – спокойный компаньон, без агрессии, дружелюбный и ласковый друг. Собака станет хорошим напарником, помощником и любимцем всех членов семьи. Но есть некоторые нюансы, о которых необходимо знать будущим хозяевам. Тонкая шерсть делает собаку уязвимой перед морозами и жарой. Так как у уиппетов тонкий слой шерсти и почти нет жировой прослойки, они нуждаются в круглогодичном теплом жилище. Зимой выгуливать животное без утепляющей одежды категорически запрещается. Прогулки необходимо проводить минимум дважды в день. Порода очень ранимая и чувствительная. Борзая боится оставаться одна дома, не принимает крики и разногласий в семье. Избыток энергии она направляет на маленькие шалости, порчу мебели и предметов интерьера. Важным моментом в дрессировках становится запрет на применение силы или грубого тона по отношению к собаке. У псов сильно развит охотничий инстинкт. Регулярные пробежки на свежем воздухе помогут поддерживать Whippet в форме. Возникает ощущение, что природа создала животное таким, что когда собака видит зайца или прочую дичь, его инстинкт самосохранения просто отключается. Во время самоотверженного спринта собаки часто заполучают травмы, связанные с растяжением мышц и суставов, переломами конечностей и повреждением кожного покрова о жесткие ветки и сучья. Уиппеты крепкие, сильные собаки, продолжительность жизни которых составляет 12-15 лет. Однако уиппеты очень плохо переносят анестезию, и хозяевам необходимо это учитывать. Также эта порода подвержена таким болезням, как глухота. Щенки уиппета могут рождаться лишенными слуха или терять его в первые несколько недель жизни. Также офтальмологические заболевания, но большинство из них вылечиваются при своевременном обнаружении и правильно подобранном лечении. Если вы решите приобрести Уиппета, вы получите удивительно грациозную собаку с неповторимой внешностью. Из всех борзых представители этого вида отличаются сильной привязанностью к хозяину, хорошим отношением к детям и компаньонскими навыками. Однако охотничьи инстинкты требуют правильного воспитания и своевременной дрессировки. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.